Дорогие друзья, доброго времени суток. Хочу поднять очень важную тему и попытаться достучаться до людей. До многих, тех, которые, сами того не подозревая, может быть, в силу зашоренности где-то, кладут монетки в копилочки Кремля. В чем это выражается? В первую очередь, в поливании грязью оппозиционных лидеров. Николая Платошкина, Алексея Навального, Сергея Фургала. То есть практически по любому оппозиционному лидеру находятся те, кто проходятся. Это не боты, это такая же оппозиция, как и я. А для чего это делается, почему, я не могу объяснить. Но те, кто занимается подобным, должны осознавать четко, что данными действиями они помогают в первую очередь ядро саму Путину. Как? Да просто вносят раздор в ряды оппозиции. Должны же понимать сторонники Фургала, например, когда они пишут, что Платошкин проект Кремля и поливают его грязью, что это не нравится сторонникам Платошкина, а их сотни тысяч. Соответственно, идет разрозненность. Это нужно осознавать и понимать. То же самое можно сказать о сторонниках, допустим, Навального или о сторонниках КПРФ, которые поливают грязью Навального. Поймите, у нас одна цель. У нас одна цель – это цель избавиться от предателей, которые оккупировали институты власти. Начиная снизу и до верху. Вот она наша цель. И для того, чтобы достичь этой цели, нам сейчас как никогда необходимо объединиться. А поливая грязью лидеров тех или иных оппозиционных движений и партий, удачи добиться не получится. Вы найдите хоть одно видео, в котором я в пух и прах разношу, например, Фургала, или Платошкина, или Навального. А поверьте мне, по каждому человеку могу сказать как плохое, так и хорошее. Только зачем говорить плохое? Для чего? Для того, чтобы настроить людей на конфронтацию? Для того, чтобы мешать единению? Дорогие сограждане, оппозиция, включайте, пожалуйста, мозги и думайте, прежде чем вы что-то пишете. Можно поливать грязью ядросов вдоль и поперек. Они этого достойны. Но повторюсь, когда вы поливаете грязью оппозиционных лидеров, вы кладете монетку в копилочку Кремля, вы им способствуете. Вы способствуете раздраю в рядах оппозиции.